Представители этого имени – люди, чаще всего прекрасные администраторы, организаторы, но им самим лучше также находиться под контролем или, по крайней мере, под сильным влиянием более спокойных и устойчивых людей. От душевного мятежа многие приходят к религии. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственно для этого имени. Некоторая расчетливость, присущая владельцам этого имени, компенсируется стремлением к духовному общению. Часто эти люди уходят в богослужение, но без фанатизма. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Для таких личностей целью жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Людям с этим именем сложно выстраивать личные отношения, несмотря на искреннее чувство любви. Это имя не вызывает отрицательного восприятия. Звук «Б» в этом имени иногда связывает с упрямством и упорством. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Им не составляет труда добиваться успехов в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Когда эти люди не до конца доводят какое-то дело, то они расплачиваются за это чувством невыполненного долга, горечью и фрустрацией. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Они всегда стремятся действовать. Владельцы этого имени обладают высоким интеллектом, творческими способностями. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.